друзья, сегодня я научу своего друга играть в Chicken Gun. Да, он меня научит. Выбирай любой пистолет. Например, вот эту пушку. Заходи в любой режим. Играть просто. Так, что-то включилось. Так, я появляюсь где-то. Там темно? Чё тут? А? Тут не темно, а тут светло. И я стрел вижу. Ну, ведёшь обстрел. Федь, а давай проверять, разное, в Chicken Gun что-то непонятное. Давай. Давай. Ты на Ютубе найди способы, как Chicken Gun сделать что-то непонятное. Может, не надо? Надо. Может, ты найдёшь. Федь. Что написать? Напиши в поиск секреты в Chicken Gun. Понял. Ищи видео разные. Так. Заходить в поиск и писать секреты в Chicken Gun. Федь. Нет. А чё? Да он пока загрузился. Пиши секреты в Chicken Gun. Секреты в Chicken Gun. Да. Секреты в Chicken Gun. Да. Еще один телефон. Пиши секреты в Chicken Gun. Знает 1%. Бери, знает 1%. И что там говорят? Может, не надо? Надо, Федь! Почему не надо? Мы с тобой видео снимаем. Почему не надо? Чё такого? Ладно. Блин! Здесь Cartoon Head стоит. Секретная... Нет, всё-таки знает 1%. Что нужно делать? Данил! Что? Слышу? Дай! Но... Да, я слышу. Хорошо. Федь, что нужно делать? Блин, я не знаю. Ты же слышишь, сказал. Я ничего не слышу. Это ты слышишь. И ты мне говоришь, что... Говори, что он говорит. О, за картой скромник. Тогда смотри, где скромник. Ты слышишь? А? Я слышу только пи-пи-пи. Я вот это, Федь, слышу только, и все. Это что, Федь? Все-таки вот это. Я призвал... Федь, говори, что там говорят. Да блин. Это рекламка. Она... Как
кстати, приятно с вами, что здесь творим? Нет, лучше я посмотрю. Встал убитый в поезде. Лучше я посмотрю. Ну, давай ты посмотри. Подожди, Федь. А? Подожди, Федя. Знает только 1%. Так. Я вам это покажу. Я зашел на карту Чела Хаус, поставил эти порталы и стал самым-самым маленьким. Давайте как посчитаем, сколько раз я смогу. Федя! Федь, я смотрю у себя секреты. Когда я досмотрю, Федь, я тебе отвечу, хорошо? Ага. Ищется раз, два, ну только три. Давай еще раз четыре. Пятый раз. Пять. Уже пять раз я смог увеличиться. Шесть. А ну-ка еще раз. Промазал. Семь. Больше семи не получилось. Семь раз увеличился я. Посмотрите, какой я огромный теперь. Я, наверное, уже полчаса гоняю в этих гонках. Знаете что? У меня... Да, Федя! Федь! А? Какой Fortnite? Chicken Gun? Ну тут прикол. Ну, Федя. Да, Федя, выключи. Я ни разу не вылетел. И у вас никогда не вылетит Chicken Gun. Я... Вот это шляпа. Я ее нашел, посмотрите, она стоит всего лишь там 30 монет. Мы ее покупаем. Посмотрите, сейчас я просто выхожу из Chicken Gun. Да, я просто выхожу. Этот баг с монетами и покупками пофиксили. Теперь вы не сможете покупать скины бесплатно. Итак, итак, ждем загрузочки Chicken Gun. Заходим в оружие и... 10 монет! Нет! Раз, два, три. А, видали, сделайте так же. Спавним сиреноголового и посмотрите, он нас не может уничтожить. Он теперь не стреляет своими лучами, своим голосом. Он просто за нами медленно идет. Посмотрите. Мне нужно выбрать вот этот... Ребят, у меня такая просьба. Кто не подписан на мой канал... Быстро подписывайтесь и ставьте лайк. Скоро тут, когда я научусь делать видео, скоро тут будут интересные видео, и вы можете их пропустить. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. Это вам важно. Ну, мы идем дальше играть в Chicken Gun. Один секрет сейчас будем проверять. Что Contour Cat, если мы его из подвала выведем и пойдем на крышу, то он там будет. Сейчас мы это проверим. Заходим на Big House. Большой дом. Да не сюда. Big House. Федь! А? Мы сейчас будем проверять один секрет. На карте Big House. Сначала мы берем с собой вот это. И идем призывать Contour Cat. А как мы с тобой их призовем? Все, он призвался. Я его призвал скромника. Скромника невозможно призвать. Это просто обман. Как? Это жесть. Тайный бункер. Да, Федя, никакого тайного бункера нет! Фух. Фух. Огромные моды? Напугал. Я боюсь тебя. Я боюсь тебя. Федя, а? Если ты возьмешь тут еду, то это не работает. Что? Федь, первый секрет мы проверили, он не работает. Второй секрет.
если вот так вот сделать, то мы можем увидеть секретное оружие. Так, где секретное оружие? Так. Секреты в Chicken Gun, часть вторая. Федь. Федь. Еще одно мы нашли, Федь. Теперь заходим на любой сервер, вообще, который есть. Нашел разработчика. Федь, я зашел на сервер под названием... Ну, там было написано название, под каким. Потом посмотришь, хорошо? Угу. Тут какие-то тарелки. А учить я тебя в Chicken Gun играть буду? Чё? Так мы видео, как я тебя учу в Chicken Gun играть. Буду? Будем? Да, ну мы сейчас записываем это видео. Понятно. Федь. Что? А скажи кое-что подписчикам моим. Что ты хочешь им сказать? Поставьте обязательно лайк за 3 секунды. Это, если хотите, чтобы вышла вторая часть, играю в Chicken Gun. Да, поставьте лайк за 3 секунды. Я считаю. Раз. А не то к вам придет бабайка. Бабайка. Федя! Федь, бабайку никто не боится. Кремпель. Федь. Но а не то к вам придет Cartoon Cat и съест. Федя, Cartoon Cat не мне придет. Поставьте лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Молодцы. Молодцы, коты. Али. Какие коты, Федь, ты чё? Ты мультик? Как котёнок лайк говорит. Ну опять реклама. Реклама. Федь, смотри. Санс. Так, Федь. А. Федь. Если подписчики успели поставить лайк за 3 секунды, то они просто огромные молодцы. А если не поставили? Федь. То им дизлайки. Они... Им дизлайки не надо ставить. Не надо. Они мои подписчики. Дизлайки. А если они не подписаны? И вообще-то подписчики, они... Мои подписчики лучшие. Самые лучшие подписчики в мире. Ну да, у меня. Ну и у других. Это хорошо. А вот у меня нету своего YouTube-канала. А тебе надо зарегистрироваться, чтоб создать. Понятно. Ладно, будем мифы проверять. Давай. Какой первый миф? Давай что-нибудь про картонку это. Давай, какой первый миф? Я мифы не знаю, как делать. Федь, найди на Ютубе миф. Так, миф. Твой любимый ютубер Мамикс. Нет. Не будет. Да, Федь. Мой любимый ютубер, это знаешь кто? Да, Федь, ну... Федь, ищи мифы, а не про... Федь, мы вообще-то Chicken Gun, а вообще... А ты летаешь в другой вселенной.
Бабушке нужен телефон. Ну, ребята, как бы видео было, ну, длинное. Ребят, подписывайтесь. Ставьте если хотите, подписывайтесь. Федь. Тут ничего не нужно. Федь, подписывайтесь, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Федь, ничего не говори просто. Ладно. И, Федь, говорим вместе всем пока. Раз, два, три. Всем пока! Пока!